автобус. Это то, что называется проездной билет, ежемесячный, дигитальный. И покажу вам автобусы и метро Монреаля. Я не знаю, сейчас вот только отъехал автобус, можно ли будет увидеть очередь, которая аккуратненько выстраивается возле автобуса. Никто не лезет, то есть выстраивается очередь. По очереди кто подошел к автобусной остановке, так друг за другом и становится. Нету никакой давки-пихалки. Это очень интересно, то, что, помню, поразило меня в первые дни. Вот. И вы заходите в автобус, проводите билетик на магнитном аппаратике таком. И вам хватает этого билета на 90 минут. То есть вы можете продолжать потом пересаживаться на другой автобус, на метро, на несколько станций разных метро. И у вас будет отработать в течение 90 минут. Вот сейчас видно, что остановка пустая. Автобус уехал. Постараюсь показать вам очередь, если накопится. Смотрите, я сейчас дотрогиваюсь до ручки, дверь не закрывается. Бесплатные газетки раздают утром перед метро. Сейчас смотрим внимание. Я буду проводить второй раз карточку, и это не значит, что второй раз я буду оплачивать, а на той же поездке. Вот дверка открылась, я прошла. Идем в метро, спускаемся на ступенечках. Музычка приятная играет, что немаловажно, всегда приятно. Живая музыка. На оранжевой линии я беру на Монтморенси направление, там пересяду на автобус. Поднимаемся с метро, видим 24-й автобус, идем посмотрим, сколько людей на него уже стоит. Утренние бесплатные газетки раздают. 24-й автобус, один я за ним. Расписание автобусов,
которая, как правило, работает и совпадает, и автобусы стараются придерживаться, особенно когда не снежная погода. Можно найти, увидеть, что 9 часов есть в 3 минуты, 8 минут, 15, 18. Ну, сейчас должен быть. Сейчас, внимание, буду проводить карточку в третий раз. И все на одно и то же проезд. Так что, ребята, мы поняли, что заплатив $3, вы можете в одну сторону добраться на нескольких видах транспорта, заплатив только один раз. Обратно, естественно, еще раз $3 в обратную сторону. И все это на 90 минут. Транспорт ходит регулярно. И вот уже подъезжает мое метро, и я еду домой.